Несмотря на то, что самолет произвел посадку в аэропорту Внуково, города Москвы, температура воздуха плюс 23 градуса. Местное время 21 час 31 минута. Просим вас оставаться на своих местах со стегнутыми ремнями безопасности до выключения табло за сиденьем ремней. Пожалуйста, поверните карман перед стоящего кресла, например, за водомещение. Уважаемые пассажиры, программа лояльности UTR Status делает путешествия выгодными. Получайте мили за полеты и оплачивайте ими билеты и дополнительные услуги по курсу 1 миля 1 рубль. Узнайте больше о программе на официальном сайте UTR. На сайте авиакомпании UTR вы можете быстро найти и легко забронировать авиабилеты без наценок и посреднических услуг. Dear passengers, UTAIR Status Loyalty Program allows members to benefit from traveling. You can earn miles for flights and use them to pay for tickets and extra services at the rate of 1 mile per 1 ruble. More information about the program can be found on the official UTAIR website. On the UTAIR website, you can easily find and book flights directly with us without extra charges and commissions. Дамы и господа, внимание пассажиров, следующих через аэропорт Внуково другими рейсами. Для прохождения предполетных формальностей посадки на следующий рейс, пройдите в зону транзиции по указателю в аэропорту. Если вы не зарегистрированы на следующий рейс, вы можете получить посадочный талон на стойках информации и регистрации перед входом в транзитную зону. Благодарю за внимание. Уважаемые пассажиры, правительство Москвы, аэропорт Внуково и авиакомпания ТР предлагают воспользоваться самым доступным способом проезда в любую точку столицы на метро. Минимальный интервал отправления поездов составляет 4 минуты. Стоимость проезда от 50 рублей. Станция метро находится в шаговой доступности. Пройти к станции метро можно через подземный переход в здании аэровокзала или с привокзальной площади аэропорта через надземный павильон. Внуково единственный аэропорт в Москве, предоставляющий такую возможность. Благодарю за внимание.